столица советской Грузии – Тбилиси. Сюда для участия в товарищеских соревнованиях приехали спортивные делегации мастеров плавания Германской Демократической Республики, Польши, Румынии, Чехословакии и Франции. Государственные флаги шести стран подняты над плавательным бассейном Тбилисского парка физкультуры. Заплыв на 100 метров в вольном стиле. На коротких дистанциях победу определяют доли секунды. В напряженной борьбе пловцы проходят первую половину дистанции. Поворот. На последних метрах вперед выходит советский спортсмен Белодед. Результат победителя Ростислава Белодеда 59,2 секунды. Дан старт заплыву на 200 метров стилем брас. Выявляется лидер заплыва. Это представитель команды Германской Демократической Республики Клаус Бодендер. С результатом 2 минуты 42 секунды победу одержал Бодендер. Заплыв на 200 метров стилем баттерфляй. Этот стиль плавания хорошо освоен советскими спортсменами. На протяжении всей дистанции зарубежные участники не смогли оказать серьезного сопротивления советским пловцам Мартынчику и Борисенко. На последних метрах борьба между ними обостряется. Мартынчик первым касается рукой стенки бассейна. Результат мастера спорта Владимира Мартынчика 2 минуты 35,6 секунды. В Ленинграде на реке Большая Невка были проведены товарищеские соревнования по гребле, в которых приняли участие спортсмены трех стран – Финляндии, Швеции и Советского Союза. Большой интерес у зрителей вызвали гонки на лодках, каноэ, двойках. Дистанция 10 тысяч метров. Уже вскоре после старта лидерами состязания становятся гребцы советской команды Орищенко и Перевозчиков. Второе место оспаривают Беляев и Антошин СССР и шведские спортсмены Блумквист и Линдбек. Более чем на 100 метров опередили к концу дистанции остальных участников гонки Орищенко и Перевозчиков. Добиваются успеха также Беляев и Антошин. Им удается опередить неоднократных победителей международных соревнований шведских гребцов. Первыми заканчивают 10-километровую дистанцию Орищенко и Перевозчиков. Их результат 55 минут 53,1 секунды. Многочисленные зрители, собравшиеся на центральном стадионе «Динамо», и спортсмены Московского общества «Спартак» тепло приветствовали приехавших с ответным визитом в Советский Союз сборную команду футболистов Норвегии. С первых же минут состязания спартаковцы приближаются к воротам гостей. Мяч у Симоняна. Он передает его на правый край Татушину. Спартаковцы разыгрывают комбинацию. Но норвежский защитник отражает удар. Москвичи продолжают нападать. На этот раз мяч идет мимо ворот. Инициативой завладевают футболисты Норвегии. Мяч левого крайнего нападающего Кюра. Норвежские футболисты продвигаются с мячом все ближе и ближе к воротам спартаковцев. Положение становится опасным. Да,
это гол. Ведет сборная команды Индии. 1-0. Спартаковцы отвечают стремительными атаками. В конце первой половины игры с подачи Татушина Ильин головой забивает ответный гол. 1-1. Вскоре с подачи Симоняна полузащитник Нета увеличивает результат до 2-1. После перерыва футболисты «Спартака» еще больше усиливают атаки. Они заливают еще один гол. 3-1. Норвежские футболисты прилагают все силы, чтобы изменить счет игры. Они переводят мяч на половину поля спартаковцев. Ошибки защитника и вратаря дают им возможность отсчитать один гол. 3-2. Спартаковцы устремляются в ответную атаку. Дементьев передает мяч на правый край. Следует длинная и точная передача Симоняну. Удар на детский ворот норвежцев. 4-2. Через несколько минут спартаковцы вновь добиваются успеха. Прошедшая в дружеской обстановке товарищеская встреча этих и норвежских футболистов закончилась победой московских спартаковцев со счетом 6-2. В Таллине состоялись всесоюзные конно-спортивные соревнования добровольного общества содействия армии, авиации и флоту. День открытия соревнований. В числе участников сборные команды Москвы, Эстонии, Киргизии, Узбекистана. Флаг соревнований поднят. Дается старт женщинам для препятствий высший класс. На дистанции молодая узбекская спортсменка Заира Багаутдинова. На протяжении 800 метров предстоит преодолеть разнообразных препятствий. Багаутдинова успешно заканчивает дистанцию. Стартует Нина Смыслова, представительница команды Ивановской области. Она проходит дистанцию с наименьшим количеством штрафных очков. Слово присуждено звание чемпиона в этом виде соревнований. Начинается состязание рубка шашкой. Отличное мастерство показывает мастер спорта Константин Боровков команды Ивановской области. Он заканчивает рубку, не имея ни одного штрафного очка, и заводит звание чемпиона. Разнообразная программа соревнований включает в себя барьерные скачки. Все заезды проходят в острой спортивной борьбе. Силы противников примерно равны, поэтому победитель определяется лишь на последних метрах перед финишем. В скачке на 4000 метров победу оспаривает ростовчанин Кизимов в светлой форме и представитель Ставрополя Лобков. У финиша Кизимов вырывается вперед. Звание чемпиона присуждено перворазряднику Ивану Кизимову. Переходящий приз за общее первое место был вручен команде Ивановской области.